Разбитые окна, испорченные фасады и сломанные камеры видеонаблюдения – таковы последствия митинга, прошедшего у стен российского посольства в Киеве. Демонстранты скандировали оскорбительные лозунги, требовали освобождения украинской летчицы Надежды Савченко, которую судят в нашей стране за убийство журналистов и ГТРК. В какой-то момент здание дипмиссии начали забрасывать камнями, краской и яйцами. Отдельные участники акции пытались прорваться на территорию посольства. Двоим это удалось, но охрана их быстро вывела. При этом киевская полиция и подразделение так называемой «Нацгвардии», дежурившие рядом, в происходящее не вмешивались. Вначале участвовало порядка 100 человек, однако потом количество участников увеличилось до 600 человек. Они забросали здание яйцами и камнями. Были попытки проникновения на территорию посольства, начали взламывать дверь посольства, но потом эти попытки были пресечены. Задержанных нет. Ранее в ночь на воскресенье неизвестные в камуфляжной форме и масках повредили бейсбольными битами автомобили российской дипломатической миссии, а также бросили на территорию посольства фаеры и дымовые шашки. МИД России направил в связи с этим ноту протеста, однако глава украинского министерства иностранных дел Павел Климкин посчитал прошедшие акции мирными и заявил, что поддерживает их.